датчик абсолютного давления. Вот здесь осциллограмма, синенькая. Так, и здесь пьезодатчик стоит. Вот там пьезодатчик стоит. Внутри. Он вроде не пропускает. Ну, по крайней мере, давление здесь одинаковое должно быть, чтобы помнить друг друга. Значит, делаем дырочка. Значит, через нее выходит воздух, сравнивается. Вот питание. Все, он больше не может меня раскачать, только вот 4 вольта 3 ампера. Вот. Дальше он не может выдать больше. Значит, картина. Показываю. Значит, синяя — это датчик абсолютного давления. Вот я уменьшаю скорость. Сейчас. Картинки совпадают по форме. По идее, с пьезодатчика должна идти производная от сигнала. Значит, дальше. Вот я перекрываю пальцем. Ну, сейчас уменьшу амплитуду. Вот я перекрываю пальцем. Опять же, форма сигнала в принципе совпадает, кроме того, что сглаживается. Можно смотреть нижнюю часть, он совпадает. Верхняя часть, ее на абсолютном датчике видно, что там идет равномерный как бы спуск давления. Сдувает равномерно, но вот я закрыл, потому что стравливается. Вот. Возможно, если проинтегрировать верхнюю характеристику, верхний сигнал, получится как раз и нижний. Но что-то я сомневаюсь. Но неочисленных значений пока что нету. Потому что осциллограмма у меня сейчас засохнет. Ну, на этом слове, по-моему, нереально. Значит, посмотрю еще. Значит, ну, самый интересный факт, то что форма сохраняется, хотя вроде бы это производная внизу должна быть от сигнала. Это странно. Что-то я не понимаю. Форма вон сохраняется полностью. И амплитуда сигнала, и вообще форма. А, нет, амплитуда, кстати, что я говорю? Амплитуда, да? То есть у меня здесь развязка первого канала на перемены. То есть там есть сейчас вот постоянная развязка, да? Я ее увожу вниз. Где? Вот он. Первый канал. Второй канал развязан у меня постоянка идет. То есть как бы нет у меня фильтра. Фильтр не стоит. Ну, вот форма сохраняется. То есть пульсация относительно там 5 вольт. Верхняя шляпка. Сейчас я пробую выключу. Ага, вот. Это есть 5 вольт. Уровень, по-моему, 5 вольт. Ну-ка, нажим. Первый канал сейчас 4 вольта. Вот он, первый канал 4 вольта. Вот, сейчас идет. Ну-ка, даже пробую выключить датчик. Вот, датчик я выключил. Все, ушло в молоко. Датчик включил, 4 вольта. Включаю. Давление увеличивается, напряжение там растет. Датчик. Вот еще. Происходит отсечка. Возможно, это просто отсечка. Очень похоже на отсечку. Ну, похоже, что даже датчик немножко не справился. У меня есть другой датчик, и потом на нем проверим, на другом датчике.